Доктор, вызывай вертолет. Я повис на одном месте, и я не могу выбраться. Хорошо, Райден, жди. Вертолет будет через 5 минут. Скоро я отсюда выберу. Так-так, кого же я тут вижу? Что ты здесь делаешь? Тебе еще не хватало. У меня вопрос. Как ты туда попал, а? Это не имеет значения. Пожалуйста, можешь помочь мне? Помочь тебе? Дай-ка я подумаю. Хватит думать! Я тут скоро упаду! Ладно, Джек, только при одном условии. Я помогаю тебе, а ты поможешь мне. Договорились? Ладно, только давай быстрее. Вот и отлично. Ну, каково было ощущение, если я тебя вытащил? Я думаю, что ты был прав. Отлично. Давай пожмем друг другу руки, ладно? Окей. Теперь ты будешь виснуть на этом месте. Что? Предатель! Я тебе доверился! А ты что думал, что я такой тупой, да? Я не это имел в виду, Джек. Мы же с тобой договорились. А чё ты так кажешь? Ты помог мне, а я тебе. Поэтому мы просто поменялись. И, кстати, у меня нет времени на тебя. У меня другие планы. Ой, планы у него, ой, планы! Ой-ой-ой! Чтоб ты сдох там, окей? А мне плевать. Тебя все равно кто-нибудь другой спасет, а я пошел. Надеюсь, я его недооценил.